порядке? Да. Я цел. Слава богу, я думаю, тебя убили. Пока еще нет. Держись с начальством и скажи, что бомба в метро фальшивка. Главное, бомба где-то в другом месте. Где Ромер? Видеоканал отключен. Последний раз я видела его продвигающимся к первому уровню. Жердев двигался к основному тоннелю под улицей. Здесь все перекрытия порушились. Надо найти другой выход на поверхность. СПДС говорит, что они не могут подобраться к бомбе на первом уровне. Путь завален обломками. Скажи ему, что я сейчас взорву завал с моей стороны взрывчаткой Ромеро. Я стреляю! Я восстановила неповрежденные видеоканалы. Ведь Ромеро двигался по неповрежденной части метро. Куда они направляются? Судя по всему, в район Вашингтон парка. Так и есть. Передай Дженкинсу, чтобы он брал людей и выдвигался в сторону парка. Пусть будет осторожен. Жердо там. Дентон говорит, что займется этим. Тоннель завален, и газопровод поврежден. Ты должен найти деньги и перегреть газ.
Глян, я нашел газовый вентиль. Закрываю. Ждет твоей помощи. Должен пройти для них проход. Используй бомбу.